Еще раз. Замолчи. Видео, пожалуйста, вам предъявили паспорт. В руки я вам его не даю. Что вам мешает сверить мои данные паспортные? Мне ничего не мешает. А, ну давайте сверяем. В данный момент я вижу, что в системе паспортные данные соответствуют базе данных. Полностью. Все сверяется, да? На каком основании тогда мне мешают перейти со своим номером в другую организацию? Кто вам мешает? Я вам лично мешаю. Мегафон. Вы как сотрудник Мегафона. Я вас даже не знаю. У вас даже бейджика нету. Вы нарушение. Я не знаю, как вам обращаться. Как вам обращаться? Ко мне обращаться Валерий. Можете. Валерий. Я Александр. Да. Только да. Еще раз говорю. Выключите телефон. А почему у вас такое требование выключить телефон? А с какой стати вы снимаете? Я фиксирую свои действия. Это видеопротокол. Разверните свою... Кто вам сказал, что я должен... Разворачивайте. Разверните в свою сторону и фиксируйте свои действия. Так, это вы к своим клиентам вот так относитесь? Я еще раз вам говорю, меня снимать не надо. Значит, выдайте мне справку, что мои данные паспортные соответствуют моему паспорту. Потому что мне сказали прийти, и у нас там какие-то у вас неправильная информация. Кто по моим... Кто вам сказал прийти? У меня смс-ка есть от Мегафон. Что мои паспортные данные у вас некорректны. От Мегафона? Да. Или от того, от куда Мегафон, вы собираетесь от... Нет, там я написал заявление, там все в порядке. Они попробовали перевести мой номер от вас. Вы сказали, ой, в вашем заявлении наши паспортные данные клиента не соответствуют. Клиент должен потратить свое время, прийти к милому человеку Валерию, да, вот, и все подтвердить. Я подтвердил, вот я к вам пришел с паспортом, вы его проверили, все соответствует. Но мне что для этого нужно? Соответственно, вы можете заказать экземпляр договора. Ну, можете мне его распечатать. Нет, я его не могу распечатать. А я зачем мне давайте его... даете совет такой? Вы его можете заказать. Давайте так, сейчас вместе будет с вами я проверю свои данные паспортные. Можно для удобства развернуть ко мне? Я хочу проверить, все, что соответствует ли... Там мои данные или нет? Там ваши данные. Я хочу их проверить. Соответственно... И соответственно, слово очень плохое, дурное, прилипчивое. Прекрасно. И прекрасно тоже не подходит к нашему диалогу. Я хочу проверить, действительно совпадают мои данные или нет. Вы не имеете права. Если там мои данные... Почему я не имею еще права? Еще раз, вы не имеете права. Если там мои данные, почему я не имею права их проверить? До свидания. В смысле до свидания? Валерий, я хочу подтвердить, что мои данные записаны корректно. Прекрасно. У меня... Я не мальчик бегать к вам по 10 раз. Я вам еще раз говорю. Я хочу уйти от вас. Вы мне присылаете сообщение права. И запрещаете мне уйти к другим операторам. Якобы там что-то не соответствует. Я хочу проверить, я к вам пришел с паспортом, вам его предоставил. Вы сказали, все корректно. А ваше начальство говорит, некорректно.